Первый фестиваль городских окраин «Ультима Тули» прошел в Новосибирске. Два дня жители Левобережья запускали воздушных змеев, участвовали в параде колясок, презентации фигур ленд-арта, пели под гитару костра. В будущем возможностей для отдыха в этой части города станет больше. Подробности у Марины Авериной. Поэтические батлы, мастер-классы и флешмобы. Более 20 площадок для игр в воздухе с водой и песком. Вадим с дочкой мастерит бумажного змея. То, что с ребенком, да, как бы есть чем заняться. Вот, выходные не зря проходят. По привычке новосибирцы Затулинку называют край географии. Жители Кировки на такое сравнение не в обиде. Затулинский парк на два дня стал Ультима Тули, далеким островом мечты, где каждый найдет себе занятие по душе. Для нас было, конечно, это самым главным – принять участие. Мы готовились к этому конкурсу. Ну и так, в солнечный день погулять с малышом. Так как у нас еще маленький, сильно где-то активно мы не можем принять участие. Но погуляли, подняли себе настроение. Затулинский станет частью дисперсного парка. Он свяжет аллеи на улицах Петухова и Зорги, сквер «Союз Кировчан», кинокомплекс «Рассвет», стадион «Фламинго». Появятся вело- и пешеходные дорожки, установят арт-объекты. Их изготовили жители Кировского района своими руками. Летом во дворах работали творческие мастерские. Идеи новосибирцев высоко оценили на федеральном уровне. Активисты получили поддержку фонда президентских грантов. В первую очередь с привлечением людей. Если бы людей не было, если бы людям это было неинтересно, если бы от них не было этих запросов, ничего бы не состоялось. Мы выбирали самые удаленные дворы, собирали ребят, собирали родителей, проводили различные мастер-классы. На самом деле такое в этом микрорайоне редко бывает. Я думаю, это яркое событие для его жителей. Авторы проекта предлагают организовать место для любителей граффити, а еще летний театр, где будет играть духовой оркестр. Затулинский парк должен стать любимым местом для отдыха всех, а фестиваль уличных культур ежегодным. Марина Аверина, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!